Самый частый вопрос в Инстаграме – какую мою книгу читать первой? Ну, все зависит от того, собираетесь вы читать доктора Курпатова или собираетесь вы читать Андрея Курпатова. Ну, я надеюсь, что вы любите читать Андрея Курпатова, и значит, это действительно серия «Академия смысла», которая начинается с книги «Красная таблетка». Но на самом деле каждую из этих книг можно читать самостоятельно. «Чертоги разума» рассказывают о том, как работает наше с вами мышление. «Троица» рассказывает о том, какие у нас с вами есть психологические типы, как в зависимости от этого работает наше мышление. А «Четвертая мировая война» вообще, можно сказать, самостоятельная книга. Она рассказывает, зачем нам заниматься мышлением. Нам надо заниматься мышлением, потому что все вокруг глупеют, искусственный интеллект становится сильнее, и нам надо найти тот баланс, чтобы мы сохранили собственное мышление и не оказались жертвами искусственного интеллекта. Каждую из этих книг можно читать отдельно, но начинать надо с «Красной таблетки». Чего начинать читать доктора Курпатова? Предлагаю начинать с самой моей первой и в этом смысле главной книги «Счастлив по собственному желанию». Я написал ее как руководство практическое, в которой 12 глав, и каждый из них – это конкретный психический механизм, освоив который, вы можете существенно улучшить качество своей жизни. Есть три книги в этой серии, которые являются своеобразным приквелом «Красной таблетки» и серии «Академия смысла». Это книги «Законы мозга». Здесь я рассказываю о наших ученых, которые открыли главные законы мозга. «Убить иллюзии». Мы в «Красной таблетке» с ними пытаемся расправиться. «Быть эгоистом». Здесь я рассказываю про ответственность нашу за нашу собственную жизнь. Спасители не придут. И, наконец, поскольку я психиатр, врач-психотерапевт, я предлагаю целый ряд пособий по конкретным проблемам. Как наладить отношения между мужчинами и женщинами, как не переутомляться, как справиться с депрессией, как пережить развод